Приветствую, друзья, на связи Андрей Жариков. В данном видео хотел бы продемонстрировать, как работает инструмент под названием брокер Tiki. Возможно, вы знаете, что есть еще сканер Tiki, но их принципиальное отличие в том, что сканер Tiki это инструмент именно для ручной работы с вилками. Задача сканера просто подсказать вам подходящие варианты вилок, а дальше вы уже делаете ваши действия вручную. Брокер Tiki работает на полном автомате, то есть это полностью пассивный доход. И думаю, что это то, к чему стремится большинство инвесторов. Причем, как видите, здесь полная прозрачность, потому что вы можете видеть практически каждую сделку, с которой получалась прибыль. Например, вот здесь отображается, какой вид спорта, какого числа, в данном случае 20 ноября, в какое время, 15:00, состоялся матч между Нигерией и Угандой, в каких букмекерских конторах совершалась данная сделка, сумма сделки и общий профит и ваш профит. То есть вот последняя графа, ваш профит, она как раз показывает, какая прибыль была с этой сделки получена. Кто-то может сказать, что это прибыль небольшая, действительно, но если посмотреть, вот давайте посмотрим, это у нас было 20 ноября, вчерашний день. Вот еще одна сделка, вот еще одна сделка, вот еще одна сделка. Это все 20 ноября, то есть за один день, собственно, брокер Tiki в течение одного дня совершает несколько сделок на автомате, повторяю, и получает какую-то прибыль. В каком-то случае, как видите, прибыль небольшая, 0,5 доллара, здесь 2 доллара 20 центов, здесь доллар 12, вот пошел 19 ноября, 0,25 центов, доллар 35, 2,26, 60 центов, 2 доллара 73 цента, 36 центов, ну и так далее. То есть, как видите, идет полная отчетность практически по каждой ставке. И вот даже на этой ставке получилось заработать целых 3 доллара 35 центов. На мой взгляд, очень даже неплохо. В брокере Tiki 4 инвестиционных пакета. Минимальный пакет $250, который дает примерно 5% в месяц. Дальше идет пакет за $500, который дает примерно 7% в месяц. Есть пакет за $1000, который дает 9-10%. И, наконец, максимальный пакет Black Edition стоимостью $2000, который дает доходность от 11 до 13% в месяц. Причем пакеты работают в течение года, и тело вашей инвестиции через год вы можете получить обратно. Либо, если вы хотите продолжать получать доход с этого пакета, вы можете сделать реинвест, то есть снова запустить вашу инвестицию и продолжите получать пассивный доход. И, конечно, с точки зрения доходности, пакет Black Edition, наверное, самый привлекательный по доходности, потому что он дает доходность до 13% в месяц. Я и Den Invest, мы понимаем, что у многих, кто участвовал в различных проектах, хайпах, в общем-то, зависли серьезные деньги в той же Квестре или в Кэшбери, и человек, может быть, и хотел бы купить себе портфельчик за $2000 Black Edition, чтобы получать максимальную доходность, но такой возможности на данный момент нет. Поэтому мы предлагаем следующий вариант. То есть несколько человек могут объединить свои средства, чтобы собрать пул размером в $2000 и приобрести как раз вот такой пакет Black Edition. А та прибыль, тот пассивный доход, который пакет будет приносить, раз в месяц распределяется между участниками пула. Естественно, поровну. Минимальная сумма, с которой есть смысл участвовать в пуле, от $500. То есть, если, например, вы хотели бы поучаствовать, именно получать пассивный доход от брокера Tiki, но суммой в $2000 на данный момент не располагаете,
то, пожалуйста, обращайтесь ко мне или к Дэну. И у нас есть, собственно, люди, которые уже выражают желание также инвестировать. И когда, например, 4 человека набирается, и каждый готов вложить по 500 долларов, то 4 человека по 500, в итоге получается 2000. Когда мы говорим об инвестиционных компаниях, всегда хочется убедиться, а все ли в компании нормально с выплатами. Вот вам пример. Это моя, собственно, заявка, которую я сделал 18 ноября в воскресенье. И 19 числа в понедельник заявка пошла в обработку. То есть я поставил на вывод на платежную систему Advanced Cash 879 долларов. С этой суммы компания берет комиссию 5%. Да, комиссия не маленькая, но вот таков регламент компании. 43 доллара 95 центов, это получилась комиссия. Сразу нужно сделать оговорку, что комиссия 5% берется только с дохода, полученного по реферальной программе. Если же вы делаете заявку на вывод пассивного дохода на системе AdvoCash, то комиссия там отсутствует. Если вы выводите на банковскую карту, вот там тоже есть комиссия 5%. И вот это скриншот из моего кошелька Advanced Cash, который подтверждает, что 19 ноября в 23.22 879 долларов поступили на мой кошелек. Итак, у вас есть вариант либо приобрести один из пакетов Tiki брокера самостоятельно. Стоимость, напоминаю, варьируется от 250 до 2000 долларов. А если бы вы хотели получать максимальный доход, но 2000 долларов у вас нет, то тогда рекомендую участвовать в пуле. Для этого обращайтесь ко мне или Дэн Инвесту. Следите за новостями, подписывайтесь на канал, нажмите на колокольчик, чтобы ничего не пропустить. С вами на связи был Андрей Жариков. Всего доброго.